Всем привет! Посадили две косточки хурмы. Вот один росток, а вот второй. Растет задом наперед. То есть он как-то вылез, косточку вытянул наверх и таким образом растет. Как было с этим, мы пропустили, не увидели этого момента. Ну, я сомневаюсь, что было так же. Или это нормальное явление? Кто-нибудь сажал хурму? Напишите. Так и должно быть или нет? Будем продолжать следить за развитием. Думаю, это будет интересно. До новых встреч на канале.